Во второй половине выпуска вас ждут спортивные новости. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Ремонт позади, осталось благоустройство. Реконструкция на улице Малышева вступила в завершающую стадию. После обновления теплосетей там приводят в порядок проезжую часть. Дорогу намерены открыть для движения автотранспорта не позднее 1 октября. Работы представители СТК проводили по инвестиционной программе в рамках подготовки к зимнему сезону. В общей сложности подключить к теплу должны 1157 домов Первоуральска. График скорректировали в связи с задолженностью двух крупных управляющих компаний «Дом Плюс» и «Даниловская» перед ресурсниками. Однако это не повлияет на качество отопительного сезона в целом, считают в городской администрации. На сегодня показатель подключений составляет 43%. Это почти 500 жилых зданий. Довести цифру до 100% намерены до 1 октября. Летом мы подготовили максимальное количество тепловых сетей, были проведены гидравлические испытания, были проведены, значит, опрессовки. Таким образом, они все устояли, но тем не менее, вот если где-то стояки у нас, к сожалению, в квартирах начинают подтекать, бежать, где-то не закрыты были краны на системе, на батареях в квартирах, где-то были еще какие-то нюансы, когда жители не уследили просто за своим оборудованием.